Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. Ну, так, давайте начнем с простого. С 13 числа была выкачана новость, что добавлен новый оперативник. Новый оперативник у нас это Улуру. Получается, что он у нас умеет делать? Ульта у него получается это поставка боеприпасов. Непонятно, почему это называется поставка боеприпасов. Потому что ульта, это он стреляет с ракетницы. Можно как просто выстрелить, да, можно прям управлять этой ракетой. Как, знаете, в Call of Duty у нас была эта приколюха. Серия убийств, там можно авиаудар было в сетевухе заказать, чтобы и можно было управлять там одной ракетой. Короче, такая какая-то штука, да. Потом у нас идет наве, у нас идет быстрое укрытие. Это он ставит там... Короче, закидывает пены, и она превращается в бетонную стенку такую небольшую. Как бы, в принципе, если вы в поле и вас застали, то это прикольная штука. Она как бы, ну, спасает иногда. Немного, конечно, она может простоять, урон она быстро раскалывается. Но, в принципе, тактический отход или там пострелять из укрытия может прям сработать неплохо. На Г у него, получается, есть граната. При том, что это у нас идет уже огненная граната. И закаленный в бою пассивка. Это улучшенное сопротивление эффектам, замедление от переломов и классового снаряжения. То есть, грубо говоря, он лучше переносит там, так сказать, я так понял, тяжесть, да, и... ну, это переломов, в принципе, что. Как-то так. Вот, 16 числа, получается, будет доступен у нас новый режим в... Battlefield режиме, который у нас там... Как, я все забываю, как его там называют-то нафиг. Это хаос. Ну, короче, вы поняли. Суматоха какая-то там, да? И будет новая карта, третья открыта. Получается, в режиме экстракшена это космический город. То есть на Альфе у нас уже будет три карты. Представляете? Я тоже очень сильно удивился. Думаю, нифига себе, вот это прикол, типа, да? Вот, и сегодня еще, соответственно, сам ролик мы сегодня, поиграем в соляну. Попробуем побегать в соляну, каково это вообще будет. Ну, я думаю, будет очень тяжело, потому что эта игра не очень сильно заточена под соло игроков. По снаряжению, в целом, я оделся все фиолетовое, как бы, да, взял хорошие патроны, хороший ствол, хорошие медикаменты. Но, наверное, скорее всего, я это, наверное, сейчас солью при встрече, при первой же встрече с противником. Потому что их всегда трое, да, а ты, как бы, я тут один. Вот, и еще хотел, наверное, попробовать я именно нового перса. Показать там, как у него там ракеты эти стреляют и огонь вот это вот в целом. Не знаю, как это вообще будет, но... Я сразу говорил, что именно эта игруха для соло-игроков очень болючая. То есть здесь соло-игрокам тяжело будет выживать. Очень тяжело прям. Здесь прям очень сильно заточено все на кооп. Все бегают в тройках, да, и если буквально там двое, например, в пати есть, да, и они сидят в каком-нибудь дискорде там разговаривают, то считай, что все. Вам сразу лицо разломают, как делать нефиг. А тут в соляну, как бы их с тем еще, как у нас лопается вся броня, да, успевает. И это вообще, как бы мне кажется, такое себе прям. Очень сильно. Но даст такую свою определенную нотку напряженности, да, при том, что нехилую такую нотку напряженности. А что у нас сегодня с утра, вон, ничего не ищется, да? Или он для соло-игрока, он ничего не ищет. Кстати, пойдем мы в обычку и пойдем мы на дамбу. Потому что дамбу я более-менее лучше знаю, чем вторую карту, да. И плюс дамба, она более такая покомпактнее, чем вторая карта. И в соло здесь, ну, мне кажется, полегче будет отыгрывать. Кроще надо привыкнуть еще почаще побегать туда с пати. Вот, и чё-чё. И тогда можно попробовать в соло. Но, скорее всего, там в нароще в соло вообще, скорее всего, нельзя выжить будет. Если не заходить в главный бокс, где спавнятся самые лютые вещи, это там лаборатория или что-то такое там. Большое здание, где у вас еще карта не работает там от сигнала РЛС, да? То получается... Тогда можно еще, в принципе, в соляну выжить там, да, по краю карты, если пробежаться и полутать другие там моментики. А в то здание вообще лучше не лезть в соло. Там очень много ботов, там
Джаггера где-то два бывает всегда. Может быть, еще босс заспавнится, грубо говоря. Там точно в соляну как бы сразу можно прилететь. Ну и плюс туда все сбегаются, то есть, понимаете. А все же привыкли, ну, все же понимают всегда, именно когда вы заходите, да, куда-то, да, и приходят еще две пачки, они между собой не стреляются, пока не убьют тебя. То есть они убивают сначала нас, а потом уже начинают между друг другом стреляться. То есть не, очень редко такое бывает, когда ты подсаживаешься. Я думаю, многие это поймут вообще, вот этот вот прикол. Так, ну, я так понимаю, для соло, короче, это будет очень долго искаться, так что давайте с этого момента мы сделаем магию монтажа. Так, ну что, загрузились мы, да? Ой, какое еще место. Вот сейчас отсюда сразу должна вылезти пачка типов. Вот так, кстати, эта грена работает. Смотрите, хоп. Так, и что, сюда пойдут люди, не пойдут? Вон там уже стреляются, да? Ну, вроде они не пошли. Они вон там, скорее всего, все вышли, да, у нас? Ага, да, они туда пробежали и там стреляются. Так. Это что, тут уже, смотри, везде уже стреляются, да? Что тут так много, а? Так, один готов, пузик. Блять, серьезно, нахуй? Ёбаный бот меня нахуй спалил, да? Вот тут что-то есть. Так, ты умрёшь, нет? Вот так работает ракетная установка, смотрите. Вот, ей можно управлять. Ну, либо так, либо просто запустить. Так, вот так давай сделаем. Вот тут что-то есть, я не понимаю, кто это. Человек или бот? Человек все-таки сидел, смотри, да? Нихуя себе. А вас что тут так много-то сегодня, а, пацаны? И еще один приехал, да? Ну, надеюсь, это все на сегодня, да, пацаны? Или это не все на сегодня? Хотя нет, слушай, тут же еще треть. Это вот эти вышли? Эти вышли. Эти тоже сразу умерли, да? Бля, давай конец сделаем по-другому сейчас. У меня тут есть же чинилка, давай. Давай-ка каску починим. И броник нам надо отчинить, потому что поломали прям вообще неплохо. В целом. Но это еще, кстати, повезло мне, что пацаны вроде на плохих патронах. Как бы они не сильно меня раскололи вообще. То есть более-менее у меня все живое. И отхилимся давай.
Но это вот оттуда пришли. А этот, смотри, здесь до последнего сидел, да? Кряхтел, дергался. Ой, как надеюсь, что... О, у этого фиолетового броник был, смотри. Один патрон, блядь, да, остался? Ну, сейчас еще по-любому сюда придут типчики. Я прям уверен. Ой-ой-ой, ты посмотри здесь, что у нас, да? Вот это можно выкинуть в целом. Что это, бот, блядь, или это тип? Ебать. Пришел, да? Так, каску мы эту оставим, да? Так, этого нет смысла проверять, он голый был, да? Вот этого типа надо проверить. Слушай, нет, этот одетый был типчик тот, да, у нас? Так, одну давай возьмем. Мало ли, вдруг пригодятся. Патроны, главное, нашли, это хорошо. Давай вот так вот пару патриков спрячем. Сюда. Вот опять, что это, ботик у нас? Две деревяшки, ладно. У тебя что у нас? Так, вот это давай тоже возьмем. Обезбольщик. О, смотри, еще хорошие патрики синенькие, да? Кто это вообще у нас был? Блять, вот. Кто это? Ладно, давай выкинем этот цемент дурацкий, да? Пойдем верхушечку проверим, чё. А, они тут не успели до этого пойти, блядь. Хочу посмотреть, кто это там нахуй бегает. Не видно было. Ладно, это мы брать не будем. У нас вон есть хороший ствол. Опа, бинокль, блядь, ты посмотри, да? Сюда, блядь. Это нормально. Так, что у нас здесь будет? Ну, здесь ничего такого. Сверхъестественного. Кстати, я заметил, когда долго он сканирует что-то, это значит, что-то за... хорошее висит. Так, здесь сотка у нас, да? И у меня почти все место, блядь, забито, да? Чтобы чё, куда? У меня общая сумма 496. Но я здесь еще хочу эти... Давай проверим до конца. Как их? Бетономешалки. В гнездо не полезу. В бетономешалках очень часто валяется что-то прям хорошее. Прям частенько. Кстати, у меня есть этот... от перегруза. Он у меня один, да, у меня от перегруза? Вот это от перегруза же, да? Да, на 180 секунд, типа. Давай-ка мы его бахнем. Чик. Но, кстати, эта штука не ушла, что, типа, я не перегружен, да? Она все равно осталась. Но двигаться он чуть быстрее начал. Интересно, да? Так. А, ну еще комнату надо проверить. У меня же здесь ключ есть от комнаты. Ага. Говно, блядь. Ну, шлем точно вот этот нельзя выкидывать. Шлем очень дорогой. Так, ладно, пойдем, короче, проверим комнатку. Получается, и отсюда, и можно переходить на другой сейф.
А комната у нас вот туточки, да? Вот это что надо тут посмотреть, кстати. Хотя я тут ничего нормального никогда не находил. Но мало ли, вдруг что-то в этот раз здесь заваляет. Ну нет, видите, ничего здесь не завалялось. Хорошего. А, ну это гнездо на улице у нас, да, кряхтит? Так, люди у нас еще есть. Люди стреляются. Я вот только не знаю, в сторону каких сейфов сейчас пойти. На саму дамбу, типа? Или как? На дамбе, мне кажется, уже все залутали, наверное. С такой-то скоростью, да? Ничего, блядь. Десочек. Кафетка. Кафетка, которая стоит 70 тысяч, кстати, да? Еще одна кафетка. Опа, блядь. Зажигалка, смотри. 70 тысяч, да? Бля, неплохо, ладно. Так, ладно, давай определимся, куда мы сейчас пойдем. Вот так, да. Выход там у нас, да? Ну, вообще, наверное, в эту сторону, наверное, надо идти, мне кажется. Там первые этажи лутать, смотреть. Потому что... О, подожди, а у меня что, здесь это задание? Нет, это не задание, это задание там, да? Здесь у нас что? Здесь у нас сейф стоит. Я просто... Здесь в целом уже времени прошло, наверное, все залутали. Вот здесь бывают шансы сюда... Никто не заходит, опа. Слушай, ну там у нас как раз стреляются, да? Я думаю, в ту сторону можно и двинуться как раз, да? Мы заодно постреляемся. Бля, еще одна, да, лежит. Постреляемся, сольем вечно наш прекрасненький лутик, да? Бля, это бот? Как он нахуй сейчас мимо меня пробежал? Кто-нибудь вообще понял это? Так, это сколько? 25, 80, 27. Блядь. Как будто завис. Не, это просто ботик, да? Очково вообще в соляную играть, слушай. Чувствуешь себя прям как-то это. Не очень уютненько. Блять, вот ботов тоже надо вообще проверять. У них тоже бывает часто что-то лежит хорошее. Прям вот как-то, знаете, вот прям вот по-другому уже. Ну, хотя, в принципе, тоже, знаете, то же самое, как и в ДМЗ. В ДМЗ в соляну, когда ты выходил, ты тоже такой думал, бля, как быть-то? Слушайте, а это вы видите, у меня сейчас на очках что-то блюкует. Это типа... Солнышко так, да? Это они такую штуку проработали здесь? Типа прикольно. Ну, давай, давай прям потихонечку попробуем зайти. Тут кто-то есть. Надо сменить позицию. Что-то мне вот это не нравится. Тут со всех сторон прям. Еще и там еще слева кто-то.
Ну-ка. Вообще можно же делать типа вот так вот, да? Чтобы перегруза не было, чтобы мы быстро двигались. Это все, блядь, все боты. Пугают нереально вообще. Очень страшно. Очень сыкотно. Но тут все равно вот кто-то убивал. И лутались. Очко. Шна. Просто непонятно, убежали они или нет. Так, это мы брать не будем. Тихо, тихо, все, да? Ну давай посмотрим внутрянки. Пока вроде вообще тишина. Как будто они все отсюда куда-то свалили. Кто его нахуй? Почему здесь его не убили? Так, патрончики у нас тратятся, да, понемножечку. Еще по-любому кто-нибудь... Вот, что это такое? Какая-то статуэтка. Кто-то в хате тут сидит. Музыка. Блядь, здесь босс. Когда музыка, это значит босс, ребят. Так, ты давай сюда выйдешь. Где он здесь носится именно? Ну? Блядь, где он там застрял? Еще снизу кто-то подошел. Где ты топаешь? Блять, реально здесь, слушай, смотри. Никого не было, что ли? Блять. Ладно, это как-то было сейчас просто очень. Хотя нет, здесь вот патроны, да? Вот так точно надо сделать. Отсюда вытащить патроны еще вот так. Усиление звука. Зачем я это с собой взял, я не знаю. Так, комп надо точно проверить. Но вот эту хрень надо точно проверить.
Ну, этот скрыли. Ой, даже кого-то убили, смотри. Но не залутали, да? А почему так? Бля, его босс, скорее всего, убил, слушай. 25, да? 23. И вот эти... Вот так лучше будет сделать. Вот так. Это больше уже, да? Чё выкинуть? Давай... Блядь, хилку нельзя выкинуть. Шлем. Вот это нахуй не надо нам. Вот так надо сделать. А чё, у нас время заканчивается, да? Бля, 9 минут осталось. Броник, каска, тут еще все. Ты посмотри, какая, как это все вообще вытащить-то, а? Я хочу это все забрать. Кто-то бегает. Так, давай посмотрим. Так, я здесь могу же прожать? Могу. Это что такое? Ой, если луч какой. Тут открыли. А вот сюда что, не зашли? Тут же... Блядь, а почему сюда не зашли? Тут же сейф есть. Еще 11 тысяч, да? Вот это 80 стоит, да? Что, в сейфе? Блядь, 14 тысяч. А... Давай вот так. Вот так давай сделаем. Пожертвуем такой аптечкой у нас. Ну, значит, они эту точно не вскрыли. Где, блядь, вот сюда надо. Где у нас эта штучка-дрючка? Ну, мне кажется, наверное, уже никого не будет. Вот это, да, секретную дверь нам открывает. Кто-то пробежал, блядь. Ну, кстати, вот тут я ничего такого не находил ни разу. Ну, прям дорогого. Давай. Использовать. Это мы заберем. 7 минут, да? Но мы тут еще первый этаж, слушай, можем полутать вообще в целом. Потому что чуваки здесь только что-то проверили сейф. Лимонный чай, прикинь, бросили. Видать, что-то хорошее нашли. Сколько он стоит у нас? 20 тысяч, да? Сюда. Где эта хрень бегает? Слушай, а тут, походу, они это... Все залутали. Где-то тут прям ботик, да? Если в ботик, да? Может ведь быть и... Нет, ботик, слушай. Блять, вот эти документы дорогие. Сколько они стоят? 37 косарей. Давай вот так, ладно, сделаем, пускай. Сколько мы? На 700 набрали, да, уже? Блять, прицел еще лежит, да? Так, тут, смотри, ничего не проверяли, да? Блять. А, ну блок питания, ладно. Глушилка 16 тысяч влезет. Чё-то как-то вообще, пацаны, ни хрена не полутали, слушай, да? Блять, ремкомплект для шлема. Вы чё, угораете, что ли? А у меня какой? Для шлема у меня такой. А это какого цвета? А, ну это обычное, да? Нет, я фиолетового оставлю. Кстати, ее можно будет и скинуть.
А, точно, здесь же, слушай. Блядь, я в том здании пропустил комнату, где могут спавниться ключи. Я вечно про нее там забываю. И сейчас забыл опять. Блядь, смотри. 26 тысяч еще, да? Это что у нас? 12, 12, 8, 8. Давай вот так. Пук. Да? Да, нормально. 4 минуты. Пора вот это включать. Че блок? А, ну тут блок питания, да? Блок питания. Так, давай. Врубаем. Как раз то, что там у нас еще 2 минуты. И, наверное, идем сразу вот в ту сторону. Блять, еще диск. Это дорогой. Это... А, нет, этот 8 тоже, да? Это хрень. Вот тут зажигалка, кстати, постоянно спавнится золотая. Очень часто там бывает. Блять, они вообще здесь ничего не лутали, не смотрели. Ты посмотри. Они прям просто тупо пробежались. Так, надеюсь, меня никто здесь сейчас не подловит, да? Вот тут кто-то топает. Бля, ладно. Хрен с ним. Так. Это чё, бля, РПГ? Ёб твою медь. Минута. Как ты сменил вообще? Зачем? Бля, 33 тысячи, да? Ой. Не, походу надо бежать сейчас. Ни хера не успею, да? Бегом! Костян, давай быстрей. Сейчас раз, а меня там уже встречают. Так, сколько? А, ну не, минута 26. Все хорошо в целом. Чего? Боты стали на эту штуку залазить? Серьезно? Девяносто 96 из 100. Ладно. Я знаю, что минута. Ой, как я надеюсь, что здесь никого сейчас нету. Никто не крысит меня тут. Или все-таки есть один мышонок? Нет, вроде никого нету. Сколько данные стоят? 7000. А, вместо вот этой штуки давай возьмем. О, 760 тысяч. Нормально. Почти 800 косарей мы вынесли. Ну вот как-то так. Ну, в целом, наверное... Короче, если вот так вот, типа, мы немножко тактически сыграть, то, наверное, в одного еще можно поиграть. Но при том, что, видите, мы как бы немножко аккуратно прям отыграли. Мы не побежали вот на эти два сейфа сразу же, да, за них драться. А как-то мы это спокойненько сделали. В целом, если вот так спокойненько играть, то, наверное, даже и можно. Может что-то и получиться. Ну, соответственно, опять же, какая у вас там броня, на вас шмотки и все в этом духе. В принципе, оделся-то потому, что как бы, ну, я не дешево прям. Для такого обычного рейда прям. И в обычном рейде это тратить, это, конечно, будет, ну, очень обидно прям. Очень-очень. Ну и, конечно, самое, что мне не нравится в этой игре, то, что здесь слишком маленькие рюкзаки. Невозможно вынести все. Здесь должны быть огромные баулы. Максимально огромные. Чего? 963 тысячи я вынес? Лям все-таки получился. А, ну это, наверное, с оружием, слушай, что-то считается, да? Скорее всего, наверное, как-то так. Ну, короче, типа на лям мы вышли, сбегали. Ну и нового перса заодно посмотрели, кстати, я считаю, прикольно, да? Да. Вот, так что, что хочу сказать, ребят, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, где я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти, с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что переходим, пользуемся и радуемся. Вот, ну а на этом ролик заканчивается, так что всем спасибо. Спасибо, всем хорошего настроения, ребят, и до следующего ролика. Всем пока-пока!